Привет, это я, Владус Мармеладус, и... И всем привет, с вами Купи! Купик, а у тебя что со скином? Я сегодня играю за SCP, а со скином я просто превратился в нубасика. Ну да, ты и так был нубасиком, а я играю за Lucky Block Оно. И мы посмотрим, кто сегодня победит. Я думаю, что Оно, сегодня потому что... Сегодня настоящие две страшилки какие-то, SCP ё-моё. Это какой-то новый, no name. А вот Оно уже вторая часть вышла, между прочим, поэтому я буду побеждать сегодня. Ну не знаю, не знаю, SCP вообще-то в Майнкрафте тоже был очень популярный. О, Кубик, нифига! Вот это тебя прибило там локи-блоками, и кажется, у тебя там заспавнился какой-то монстр. Монстр с огромным мечом. Получилось, честно говоря, не очень хорошо. Да, согласен. Ребята, давайте так, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал прямо сейчас за 4 секунды. Проверим, сможете вы это сделать или нет. Давайте, я буду считать до 4, а вы делайте это. Погнали. Раз, два, два с половиной. Кубик так считается? Я не знаю, как считается, 3, я просто ломаю локи-блоки. 4, 5. Ой, что-то лишку посчитал, да? А показал 4. Кубик! Это потому что ты посчитал лишку. Будешь знать, как ты мне все испортил! Вы посмотрите, какой он страшный! А страхолюдина-то какая! Солнце светит еще так классненько. Все. Мне кажется, или это уже было, ребята? Да Кубик, хватит уже, перестань. Ты видел свою рожу? Какую рожу? Ну-ка, давай посмотрю. Оп, ну-ка. О, реально, очень-очень страшно. Зачем ты это делаешь? А я просто перепутал, да я просто кнопку отпустил, а так все нормально. Эй! Ух ты, нифига себе, сработал щелчок, вот это да. Да что ж ты будешь делать, одно и то же падает. Мне этот крипер уже несколько раз упал. Кэнди, конфеточка. Да, потому что ты офигевший. Конфетка дает всего лишь скорость, а вот если бы полет давала, оп. Так убей, зачем? Ты вообще знаешь, что такое SCP? Нет, вот я потому что, честно говоря, даже не понимаю вообще. Я тоже немножечко не понимаю. Ребята, лучше напишите нам в комментариях, объясните, кто это. Ну это кто-то чихнул, блин! Я услышал какой-то чих, такой. Какой птих, Кубик, нас тут сейчас вообще убивают по жести. А мне лук выпал, и он, кажется, пропал из-за этих гастов. Так, я почему так страшно? Да, все, это, скорее всего, просто невидимые гасты были. О, золото. А почему они были невидимые? Кубик, я выкинул золото, я выкинул золото. Молодец, молодец, я очень. Да ты че, с ума сошел, Кубик? Да что? Кубик, давай, 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 мочи! Они умирают или нет? Давай! Надо несколько раз их фигачить! Капец, Кубик, что происходит? Нам нужно их убить! Может быть, мне сейчас что-нибудь выпадет? Давай, 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 давай! Можно лук, пожалуйста? Меч, первый есть, первый есть! Сейчас кто-нибудь подлетит! О, подлетает! Да-да-да, убей! Так, теперь быстренько, надо прописать килл. Вот это, ребята, я понимаю серию. Вот за это надо поставить лайк 100%. Давайте, ребята, жмите, 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 жмите. А я буду пока что обсидианы, хорошо, платформу сделаю потом. Дракон еще одного убил. Есть! Правда, это ты, конечно, молодец. А у меня, блин, спам сломался. Вот, блин. Есть проблема, если я буду падать, я, возможно, упаду в Эндермир как-нибудь один раз. Ну, блин, так. Много фигово. А, так у меня же еще пазука есть, что я сразу. Давай, Кубик, вот, мочи, блин. Главное попасть. О, чё, летит. Да! Ой, попал на тебя, блин, случайно. Он даже не долетел до меня, а вот второй чуть не долетел. Я свой лаки-блок сломал вместо спампойта, который был. Молодец, ты очень вообще прям красавчик. Да, а, хотя смотри, что я сделаю. Смотри, я же гений. Оп, не достал. Ну ладно, Кубик, я восстановился и делаю себе потихонечку платформу, чтобы лишний раз. Это ты, конечно, хорошо придумал. А ты в курсе, что находится под нами? Да, в курсе, поэтому я и строю платформу, чтобы туда лишний раз не упасть, понимаешь? Ох ты, офигевший, я-то не могу ее построить. Ничего не выпало, ничего не выпало из лаки-блока. Как так? Так, can't hit me. Как ты can't hit, если я тебя хит, понял? В смысле, кого? Меня хит? Нет, тебя не хит, тебя попозже хит. Ну, у нас в сиговике было написано, что я его не могу ударить, а я его ударил. Бывает. Зачем ты? Я просто не хотел, чтобы ты упал в Эндермир. Да, хорошо, хорошо, Кубик, хорошо. Все, я пока что здесь заделался, все нормально. Надеюсь, ты только летать хотя бы не умеешь. Эй! Нет, не умею, Кубик, не умею летать. Вот, я умею кое-что покруче. О, ботиночки. Опа. Произошла какая-то магия очень непонятная. Ты офигел, блин, ты что, мне смотри, я теперь до тебя достать могу. Только попробуй меня ударить. Только попробуй. Кил, Владус. Эй, а что не сработало? Я тебе сейчас... Все, ладно, все, Кубик, не надо. Не успел, подожди, там с точкой случайно писал. Нет, Кубик, ну что, так нечестно, понимаешь, килом нечестно бьё. Ого! Да что ты говоришь, а что ж ты тогда меня убиваешь? Аж все зависло. О, один лаки-блок хотя бы остался. Так, что ты в меня кинул? Ничего, мне просто зелька здесь взорвалась. Ё-моё, что ты в меня кинул, признавайся? Да ты дурак, я тебе говорю, у меня зелька взорвалась, что здесь тормоз. Ты в меня кинул? Не надо, все, да. Я понял.
Да зачем? Будешь вылезать, будешь отпазывать, понял? А я тебе базу сломаю, вот мне кирка выпадет, я сейчас... Я потом тебя сломаю. А у тебя лаки-блок сломал случайно. Ох ты офигевший, хорошо, что ты мне хотя бы это подсказал. Только не убивай меня, пока спокойно не поставил. Аккуратненько, главное криперов. Не убивай меня. Ребята, заметили, что криперов мы выносим практически сразу, как только они спавнятся. Вот так вот просто, вот так вот их по жести выносим, да? Зависло, кубик, из-за тебя. А может быть из-за тебя, потому что ты офигевший, сколько у меня здесь опыта, ё-моё! Вообще, у тебя просто перед лицом он летает и летает. Так, я хочу добраться до этого стандартного лаки-блока. Книжки и книжные полки, ну чё-то не очень. Кубик, хочешь с тобой чем-нибудь? Блин, я из этого опыта вообще даже нифигашеньки не вижу, ё-моё! Хочешь, я поделюсь с тобой чем-нибудь? Подожди, подожди. Я с тобой хочу чем-нибудь поделиться. Я ничего не вижу, куда я бью. Кубик, да не надо по мне добить. Да подожди, не бей. Я ничего не вижу, Все, ты видишь, кубик? О, я все вижу, Все, я тебя сейчас застрою. Так, все, я кое-что придумал. О, кубик! Еще б чуть-чуть! Еще б чуть-чуть, и я бы упал в него. Так, вент, а не ват, ты че? Смотри, я сейчас сделаю вот так. Переработал. Застрою тебя, понял? Ну вот и правильно, я надеюсь, что ты меня хотя бы не будешь трогать тогда. Да. Иди за что я ж тебе через дел, кубик? Да я просто хотел себе килл прописать и перепутал. А, вот так вот, да, кубик? Хорошо, я запомнил. Рыба, я убил рыбу, не надо, Давай, молодец, я просто хотел убить рыбу, но придется, видимо, убить тебя, ладно. Давай, кубик. Давай. Ах, ты какой? Онич, Не достал в самом конце. Кубик, у меня плохие новости. Мы сломали Майнкрафт, я не могу умереть теперь. О, черт, все опять трясется. Ой! Кубик, зачем? Не случайно. Ну, в общем, ребята, мы восстановились, но не полностью, потому что мир практически было не восстановить. Мы начали все заново, я взял 5 дополнительных лаки-блоков, я восстановил себе по минимуму вещи, которые у меня были. Ну все, кубик, это все из-за тебя. О. А я, блин, не помню, что было, пришлось восстановить только 2 пушки. Да, я, кубик тоже взял дополнительные лаки-блоки, но сейчас мы быстренько нафармим все, ведь нам нужно проверить, кто кого в ПВП. Я на всякий случай броню. Не нужно размотать тебя в ПВП. Тихо. Я броню надевать полностью не буду, потому что нафиг оно надо. Если я подохну, то это все. А меня, блин, убил динамит, ё-моё. Это снова все сломается, кубик. Жалко, я до тебя сейчас не достаю. Ну ладно, жалко у пчелки, как говорится. Это очень хорошо, на самом деле. Мелкий такой заспавнился и вниз сразу же улетел. О, ладно, нагрудник, я думаю, можно надеть, да? Я надеюсь, что можно. Я просто надеюсь, что можно нагрудник надеть, а потом спокойно подохнуть. О, ты чё, надеюсь, что тебе вообще ничего нельзя, потому что ты просто... Это в гемоде. Да я буду что улететь, хочу. Да я понял уже. Все, кубик, отстань. О, все, сейчас мы сделаем верстак. Сейчас крафтим какой-нибудь меч или какую-нибудь кирку. Так, у меня есть. Во. Так, смотрите. Этот меч у меня есть, значит, мы сделаем другой. Почему смотрите, мне так везет? Я просто не понимаю. Кубик, там такой бам! Взрыв! Да блин! Негативный меч. Прикольно. Что ж, давайте дальше. Что-нибудь интересное еще мне, пожалуйста, дайте, накиньте. Да так. Я думаю, тебе лучше вообще ничего не надо, на самом деле. Кубик, я правда броню уже надел, так что если я буду. О, чё! О, ноу! Да блин! Кубик! Почему так. Мне так не везет? Я не понимаю. Ладно, знаю, раз я взрываюсь, мне нужно тоже взрываться. Нет, кубик, зачем? Мне нельзя умирать! А тебе можно? Почему? Тебе можно. Ты офигел, в смысле? У меня броня, понимаешь, такая. А, да. Прикольно. Нет, не надо, кубик. Я тебе говорю, нельзя. У тебя лаки-блок сломались. Я броню немного сломал. Я сделаю тебе спампоинт, кубик. Все, готово. Готово. Не надо, только не... главное кинуть. Иди сюда, быстро! Ладно, не рыпаюсь, понял тебя. Все, кубик. Я тебя спас. Угу, конечно, тысячу раз ты меня спас, блин. Негативный весь, практически весь сет негативной брони. Прикольно, остается всего лишь 6 лаки-блоков. Что-то мы очень хорошо так ускорились. А у меня 7, ах ты быстрый какой, раз, два. Подожди, можно скрафтить, наверное, кирку, да? А, нет, не крафтится. А вот это? Не знаю, я не понял вообще. Тоже не крафтится. А может быть вообще вот так вот она делается, например, вот так. Да, мне потому что в комментарии... Все, мои лаки-блоки закончены. Ой, ты что такой быстрый? Мне в комментарии писали, а что ты постоянно крафтишь броню? Ведь можно сделать.
сделать еще меч, кирку. Поэтому я сейчас и делаю это все благодаря вашим комментариям. А еще, Кубик, я видел, что нам писали. Это единственные люди, которые сломали Майнкрафт. Вот как мы сегодня. Да, ну и есть, честно говоря, такая небольшая проблема. Погнали быстрее на ПВП. Кого ПВП? У меня еще два локи-блока, Кубик, отстань. Так, что ли, что это такое, тормоз? Да просто так, все. У меня локи-блоки закончились, мне выпали яблочки. Причем неплохие. Сейчас мы сделаем арену и начнем с Кубиком ПВП-шиться. Вот и все, настал день X для Кубика. Иди сюда. Бронежилет допялили и уничтожаем. Тихо. Иди сюда, быстро, быстро. Нет, все. Да, правда, Кубик сам умер, но ты мне снова Майнкрафт сломал. Ой-ой-ой. Ты че? Ты че сделал, Кубик? Ты че сделал? Я сам не понял этого. Кубик, хватит! Нужно было этого не делать. Ты дурак, я теперь возродиться не смогу. Я теперь буду падать. А ты сможешь возродиться? Можно я к тебе тэпнусь, пожалуйста, Кубик? Не смогу, к сожалению. Как не сможешь? Ты же возродился. Возродись, Кубик. Просто жесть, ребята. Вы посмотрите, что мы сделали с ареной. Этот мех желательно убрать немного. Не трогай меня, Кубик. Ты мне все перемешал. Я ничего не вижу. У меня очень сильно трясется Майнкрафт. Мы снова его сломали. Просто сломали. Вот и все. Это все мы. Ребята, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, на канал Кубика. А это был Владус, мой Владус и Кубик. Смотрите другие видосы на канале. Прямо сейчас кликайте на них. Пока, тус.